прессирую постоянно. Соответственно, тренер доверяет мне. Ну, огромное спасибо. Так что, в принципе, это решение тренера. И я уверен, что оправдываю это доверие. Сегодня выиграли, у нас еще одна игра в ВТБ с Калевым, и нам надо выиграть, потому что, как вы видите, даже Локомотив проиграл Автодору, то есть все бывает, и каждый может обыграть каждого, поэтому только мысли о том, что надо более серьезно относиться к каждому сопернику.